Yeah, it dresses a hundred ways, so you see them very soon. No worries, babe. I will be happy to see them on you. I hope you like them all. А я только что приехала из Монако. Просто 3,5 часа за рулем. Решила поесть перед тем, как лечь спать. Пришла в сыроический ресторан. I love you. Miriam, I love you so much. So, what's up, guys? One question, sure. What's your question? I love you too, guys. Hola, ciao, Brazil. ¿Cómo estás? So, it's just been like more than 1 week. I'm on a roll with a diet now. It's not a diet, a lifestyle. Feels great. Уже больше недели я на сыроедении. Чувствую себя просто шикарно, великолепно. Сегодня первый раз пошла в спортзал. Вот, и в спортзале позанималась это хорошо, меня просто так вставляло от занятий, вот, что просто я во время, как называется, перерыва во время, как его называют? Во время отдыха я ходила и танцевала по спортзалу. Он говорит, что с тобой? Я говорю, мне просто очень хорошо, столько энергии, столько сил. Так что я очень рада. He's from France, I'm in Italy now, in Milano. Tomorrow I'm gonna spoil myself. Tomorrow I'm gonna switch off. Вот, завтра я иду в магазин, короче, баловать себя. Сколько работы у вас? I miss you to see all of you guys. How are you? What are you doing? Oh my god, who is here? Happy birthday! Oh my god, let me just tag right. Dan, happy birthday, let me kill you. Okay. Darling, happy birthday. Everybody say happy birthday. That's my friend Dan. Now I'm gonna show you some amazing food. Wow, this is so good. Oh my god. Сыроедческая паста. I'm so hungry now. Я была такая не голодная, тут я увидела эту пасту, я просто стала голодная. Боже мой, как это вкусно, это просто нереально. Вау. Ребята, и все это сыроедческое, вы можете себе представить? Вау. Сложно поверить, да, что это все. And this is all raw vegan food. It looks just amazing. Да, сейчас реснички свои, отвалились реснички. Их вообще нет, видите? Три реснички осталось. Лили, нет моей драгоценной, вот и все. Приезжай в семинар в Дубай. Может быть, Дубай просто приедет. О, thank you. This is my wine, right? Это как вино для меня, прикольный сорт. Боже, какой вкусный. Я клянусь, я не могу передать ощущений вот этого места. Вот если вы будете, пожалуйста, умоляю, если вы когда-нибудь будете в Милане, обязательно пойдите в ресторан, называется Мантра. Raw Vegan Mantra. Это просто что-то с чем-то. Вот это... Если бы я жила в Милане, я бы здесь обедала, завтракала и ужинала. Кальян тоже не курю, ничего не курю, не пью вообще, никакой химии я в себя, только все натуральное. Все.
все натурпродукт, никаких алкоголей, никаких наркотиков, ничего, ни сигарет, ни кальянов, абсолютно ничего. Я была сейчас, да. Мало почему видео, не потому что работаю, сейчас я работаю в совсем занята. Что я думаю о смерти? Я думаю, что смерть — это переходный период. Это когда душа уходит из телесного мира в свой мир, откуда она пришла. У меня есть такое ощущение с детства, что там, другое, может быть, галактики, другой вселенной, не знаю, есть мои родители, космические мама, космические братья, сестры. И вот я сюда ехала сейчас в Милан, когда по дороге, и у меня прям вот прям ощущение, как я соскучилась по своим космическим родителям. И мне кажется, что наша душа отправляется туда. Вот, но она отправляется туда, и если она не заблудилась, если она не умерла, можно ее убить, поэтому осторожно с этим. Я считаю, что смерть — это начало другой жизни. У меня еще тут два блюда, а я даже не могу, я так наелся, я не могу. Я вижу, да, наш бионаркотик, да, спасибо. Меня называют бионаркотик. Это приятно, да. Вообще наркотики должны быть био, 100%. От еды, когда начинается... Скушал что-то, на целый день такое ощущение происходит, что через неделю, после того, как в чистой среде не держишь, ты съедаешь что-то, и тебя просто, может, это колбасит, в хорошем смысле слова, энергии столько появляется. Витамины я не понимаю, нет. Нет, рыба не проходит под сыроедение, это уже у вас какая-то интерпретация вашего сыроедения. Рыба, мясо – это нет. Сыроеды, они все веганы. Что я кушаю завтрак? На завтрак у нас сыроедческий, а у меня идет коллаген, не пил, он бесполезно пить, потому что он переваривается в кишечнике, полукатоны. А я кушаю на завтрак чиа сидс, делаю зеленый коктейль обязательно. Потом я делаю белковый коктейль попозже. Это у меня завтрак переходит в обед. Потом я делаю... я ей кушаю еще фрукты, дыньку там, может быть, какую-то, отдельно помидор. Татуаж стрелок я не советую ни в коем случае. Нет, девочки, глаза ни в коем случае. Значит, кто-то спрашивал про брови, я брови убрала. Татуаж, который у меня был, оставила свои брови, потому что, ну, крашет просто татуаж. То, что это ужас, это был кошмар. Как пришли к середине, у меня на страничке Bonnie Daily, которую я создала недавно, там у нас уже 100 тысяч подписчиков, я там все рассказываю. Как вы думаете, осилю это? Такое ощущение, что нет. Не хотелось бы еще что-нибудь съесть. Потому что здесь все так вкусно. Уже я не голодна. Сейчас я поставлю телефон. То есть я не голодна, но для того, чтобы чуть-чуть остался какой-то мой вес, я должна это есть. Поэтому сейчас я буду заниматься обжорством. А я на этой страничке, что ли, на Bonnie Daily? Я с нее вышла, я думала, извините, девчонки. Я на этой странице, значит, ну все. Это я на Bonnie Daily или я на Виктории Бонни сейчас? Скажите мне. Скажите, пожалуйста. Посвежело, да, вы тоже посвежеете. Мы же все пупу накачаешь на середине тоже. Сегодня я качала. На двери, окей. Прикол, да? Я думала, что она тоже главная страница. Но неплохо, нас здесь 1000 человек тоже. Ой, ну здесь, я думаю, что здесь нет этих всяких дураков.
А дураков нет, потому что у нас хорошая компания. Да, ну видите, у нас уже 100 тысяч здесь, поэтому вот здесь есть как раз переход, мои переходы, все там, вилки нет. Если я хочу, девочки, как вот это вкусно, я не понимаю, как он это делает, он какой-то просто нереальный. Этот шеф, он нереальный. Can I get a fork? Yeah. О, девочка меня смотрит тоже по этому. Да. Вино не пью, нет. What is in here? It's just beetroot and yes, ginger. Yes, beetroot, ginger and apple. Apple, okay. That's really good. Wow. Погода жара в Милане. Что пью, это свекольный сок. Так, мы сейчас не попробуем, что здесь пью. Это равиоли. Обалдеть. Он какой-то мастер нереально. Вот, считается, что в Лос-Анджелесе... Извините, что я ем, ладно? А считается, что в Лос-Анджелесе и в Лондоне это типа два места, где еда для сыроедов, она типа самая классная, самая крутая. Но нет, это неправда. Вот смотрите, это равиолинка сыроедческая. Вот он какой-то, этот шеф, вот это какой-то талант. Я вообще в шоке. Рост и вес, девочка, я худею, но рост 170, вес, я думаю, где-то 53 сейчас. Что хочу купить? Завтра вы мне должны посоветовать, что мне купить завтра, я не знаю. Давайте вместе решим, что мне не хватает для моего гардероба. Что говорила про коллаген, что его смысла нет пить, потому что он в желудке, как это, короче, переваривается. Смысла нет. Why don't I sleep? I'm gonna go sleep now. Oh my god. Вас уже попил ночью. Расскажи про мужчин. Приходите на мой семинар, я вам все расскажу. Все расскажу. Я специально для этого делала семинары, чтобы мы могли лично общаться. Витамины никогда не пила, не знаю почему. Вот я думаю, что нет. Мне сказали, что нет. В Краснодаре семинар был уже у нас. Шея. Я же показывала уже 100 раз шею. Но надо записать видео, это, конечно. Не вариант все время показывать. И БАДы не пью. Я пробовала, но как-то мне кажется, знаете что? Допустим, вот чистила, как позавчера, два дня назад, чистила дома Монако всю свою аптечку. Выкинула просто все. Какие-то мультивитамины нашла. Я думаю, как можно пить мультивитамины? Каким образом? Если, допустим, ты никогда не знаешь свои результаты крови. Допустим, сколько у тебя там железа, какой уровень у тебя кальция в организме, ну, то есть в крови. Надо сначала делать анализ крови, мне кажется, потом пить витамины, которых не хватает, правильно? Иначе смысл. Иначе смысл пить то, что ты даже не знаешь, что тебе нужно твоему организму, просто пить. Так, муж спрашивает, что он видит, меня не отпускает на одну семинар. Ну, раз не отпускает, мужа нужно слушать. Муж всегда прав. Либо нужно, как говорится, чтобы мужчина что-то добиться от мужчины, нужно сказать ему это около 100 раз.
но только с любовью. Поэтому сказать: «Милый, ну, может быть, я схожу», или там: «Что вам нужно, что вам нужно?» «Милый, может быть, ты мне это сделаешь, может быть, так». И когда в 50 уже скажет, не каждый день, конечно, но так потихоньку, он уже думает, скажет, что не отстает. Я сделаю это. Это я только снова посмотрел. Поэтому с мужчинами нужно все через любовь. Я такая еду сюда и думаю: вот я приехала в Милан одна, буду ужинать одна. А как одна? Я ужинаю. И у меня 1500 человек. Ой, 1150 человек со мной ужинает. Так приятно. Я не одна. Good night, sweetheart. Good night, darling. Ну, нужно покупать продукты в био. Не только продукты, сейчас говорят, жила тут же, не только в Москве. В Москве еще ничего. В Москве будет семинар 1 июля, девочки, да. Как раз вот на моей главной странице там последнее видео. Билеты, между прочим, разбирают больше первые ряды, поэтому если для вас важно быть в первом ряду, надо, тогда вам желательно советую билеты брать сейчас. Не схватит, но в первых рядах билеты недостаточно много. Вот это вот крем, представляете? Ну, как будто настоящий майонез. Не такое дело не имею. Как записаться? У меня на главной странице стоит последнее видео. Она мне говорит: «Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю сердцем». «Мамочка, я тебя люблю сердцем», она мне говорит. Я говорю: «Доченька, я тебя тоже люблю сердцем и душой, моя девочка». С папой общаемся, конечно, общаемся. Как мы не можем не общаться? Каждый день общаемся. Ой, наелась, как бы мне вот это съесть. Не хотите, ребят? Не хотите? Вау, как вкусно. Это просто нереально вкусно. Бонечка, сделайте платный семинар для тех, кто живет. Я сделаю, вы знаете, я сделаю видео, и я сделаю потом доступ к нему. Но мне придется сделать его платным, чтобы его не растаскивали. Я сделаю потом доступ к нему и дам ссылку вам. Надо снять будет этот семинар на видео. Но 4 часа будете слушать в интернете? 5. Все-таки энергия, когда это, конечно, непередаваемо. Потому что я же смотрю тоже на людей и считываю их энергию, считываю их, как бы, вот, как сказать. Я же работаю с людьми, не просто там я лекции читаю, я их смотрю, вижу психотипы, рассматриваю. Так что это тоже такая работа идет. Мощная. Блюдо из чего? Ну, здесь цукини. Я не знаю, из чего он сделал этот творог. Я не знаю. Опять у меня нету. А, вилка. Это из чего? Я думаю, кеша. Вкусно нереально, но я наелась. Я не могу больше есть. Ну, просто не могу есть. В Казань семинар приедем, да. В Киев не знаю, но в Казань обязательно. В Москве будет где, во сколько? В Москве будет возле ЦУМа, место, зал возле ЦУМа в 1 июля в 2 часа дня, с 2 до 7 вечера. Поэтому приходите и обязательно приходите, вернее, регистрируйтесь сейчас, потому что потом уже будет... It's amazing. I finished that, but this I just cannot. I'm so full.
The mat. What is that? The white one? It's a macadamia. Smoked macadamia. Macadamia, what is that? It's a nut. Uh-huh. It's like a bun, like a small bun. Yeah. Yeah. That's just wonderful. Oh my god. It's amazing. Like a ricotta and a smoke. And there, like the mayonnaise, it looks like, it tastes like mayonnaise, the real one. Oh, yeah. So what is it made of? Nuts as well? The sauce? Yeah. Yeah, it's the cashews. Cashews, okay. Yeah, we Alright. Yeah, I do cashew also, like, at home. Yeah. Yeah, but it tastes a bit different. It's really good to replace the... when you wanna So I organize. I tagged you from two pages. One is that I organized for the road vegan. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Nice. So that's You should also, you know, on your page, you should also like do some recipes and we will send you people. Okay. Yeah, yeah. Because it's coming more and more popular, right? Yeah, it's very important. Yeah. Show people. So you're still vegan, right? Yes, of course. Mm-hmm. Raw. Raw? Mm-hmm. Oh, yeah? Yeah, most of the time. When I tend to eat, I eat only fruit and salad. But you used to be just vegan, you told me, right? For salad. I've been vegan for 17 years. Yeah? And raw? Raw, like the last 5 years. Oh, but you completely raw, you mix sometimes. Sometimes I eat quinoa and buckwheat. When I don't have time to eat so many fruits and vegetables. Okay. Yeah. Your skin is just perfect. Thank you. Yeah, yeah. No, that's amazing. О, у него, видите, какая кожа нереальная, вообще просто. Да, это свекольный сок, если что. Это не вино. They think it's wine. You have more juice? I'm gonna take this to go, for sure, definitely. Okay. Actually, two of these to go, and then one shot yes. I will take now, and then what to go with another juice, I ask? We have the pineapple and mint, or watermelon and mint. No, pineapple. Yeah. Okay. Thank you, thanks. Ну все, я узнаю у него секрет. I would love to, but I have no space. Let's do that. Okay. Then I will cancel. I mean, I won't be able. Maybe to go, but I don't think it will. Yes. Yeah? Okay. All right. Okay. Сейчас десерт будет. Девочки, десерт будет нереальный. Но здесь не только свекла, здесь еще есть, сейчас скажу, свекла, немножко джинджера, этот, как его, джинджер-то, господи, как он по-русски называется, имбирь и яблоко, просто нереальный какой-то, вообще нереальный. Перерывы, да, перерывы будут на семинаре, у нас будет, смотрите, 2 часа, 2.5 часа, потом перерыв полчаса, потом снова 2.5 часа, вот так будет. Но последние полчаса мы будем фоткаться, потому что я знаю, что вы любите фоткаться, и никто не хочет уходить без фотографий, поэтому делайте макияж, будем фоткаться в конце уже. Кормить мы не кормим, но мы даем эти... Ну, сейчас же будет сыроедение, я не знаю, что вам там принести. Ну, водичку делаем, чай, кофе, какие-то бутерброды делали. Ну, сейчас я, мне даже стыдно предлагать бутерброды на сыроедение. Но если захотите, я вам бутерброды там сделаю какие-то. У нас такой снакс, перекус типа. Как начать сыроедение, девочки? Все написано у меня на странице. Все с первого видео, там все есть. Все есть. Виктория, что? Много информации, что без чистки кишечника или голода нельзя приходить на сыроедение. Все это бред полный. Бред. Я думаю, что самый мягкий переход, если вы боитесь чего-то. Смотрите, одну неделю это самый плавный, мягкий переход. Одну неделю вы полностью убираете красное мясо. Вторую неделю вы убираете уже рыбу
и рыбу, и курицу. Третью неделю вы уже становитесь веганом, вы убираете даже яйцо, молоко, всю молочку вообще полностью. То есть у вас только веганская кухня. И уже... Что значит звука нет? Вроде всех есть звук. И уже после этой недели... И после этой недели уже вы переходите на сыроедение. Это уже будет совсем мягкий, плавный переход. Девчонки, очень заблуждающее мнение такое, я считаю, что, допустим, белок или кальций можно взять только из молочки, коровьего молока или там мяса. Это все есть в природе, это все есть, все микроэлементы и... Все микроэлементы даже в одном этом, в одной зелени есть. Вы что, не переживайте насчет этого. Кофе нельзя тоже. Розовый видно еще мой розовый, да? Уже такой остался, да, уже совсем. Видите, он быстро смывается. Я сегодня шампунем помыла, вот да, чуть-чуть здесь есть. Чуть-чуть уже осталось. Категорически нельзя резко переходить, наверное, для тех, у кого организм, наверное, устойчив к стрессу. С моим образом жизни, когда я порой завтракаю в 9 вечера, это, конечно, был сложный переход для меня. Это первый раз я переходила так вот резко в этот раз, но 3 дня я не могла, там у меня головная боль, потому что кофе не пила, отказалась от кофе. И упадок сил был, но зато сейчас я очень бодро себя чувствую, я высыпаюсь, я встаю, вот какая легла, я такая же проснулась, у меня нет никаких отеков, никакая не опухшая, не отекшая, все то же самое. What is that? This is vanilla custard cream, ginger raspberry sauce. Inside there is a raspberry chocolate cake and lime and white chocolate drink. Wow, смотрите, девочки, wow. I loved your tiramisu last year when I tried. It was it was like even better than the. Yeah. I don't know. You have a fridge in your place. You can take it home. You have tiramisu? I have to check if we finish, but I think maybe we have one Okay. It's amazing. Yeah, this is finished, thanks. Короче, я набрала с собой все завтра, у них завтра все закрыто, здесь не работает это место. Ну, посмотрите, девочка, на сыроедов можно разве жаловаться, живя в Милане? Он сыроед уже 7 лет, он веган на 17, по-моему, 16 лет. Как он это сбивает, я не понимаю. Ой, как круто. Это все новое, слушайте все, правда. Нереально. Мне он так нравится, у меня душа отзывается на него. Он прям то, что надо, потому что он по ведической культуре очень много чего рассказывает. Хороший чувак. Да, белок в растениях, это правда, очень много. Из чего сделан? Ваниль, клубничный мусс, имбирь и сверху что там, лайм говорил, что тоже не помню. Видите, подруга отказалась от мяса, у нее рак груди исчез, химию, даже отмерили. Опять опухоль исчезла, что думаете об этом? Мясо вредно все-таки? Конечно, вредно. Читайте, пожалуйста, книгу. Китайское исследование, она есть в интернете, можно онлайн читать бесплатно. Там все это рассказывается, как опыты делали. И все крысы, которые ели белка много, у них был рак печени. А те крысы, которые давали только овощи, допустим, но с пестицидами, потому что все с пестицидами, ни одного не было зарегистрирован рак. А внутри шоколад. Вау.
автора не помню, но там исследование. И книга называется «Китайское исследование». И мне очень понравилась там написана такая фраза в начале книги, что вы не можете поставить диагноз больному, не спросив у него, чем он питается. Не можете его лечить так же, Гиппократ так сказал. Oh, it's amazing, my God. I'm so full. Perfect. Анджелина мясо не ест сама. А, да, Колин Кэмпбелл, правильно, это он написал. Анджелина мясо не ест с рождения. Она его просто выплевывала всегда. Не любит мясо. Не любит. Мясо я ей не даю, она его не ест. Но курицу она ест. Курицу, допустим. Но мясо вот даже и ни под каким соусом не затолкаешь. Никогда. С детства она очень такая разборчивая в том, что она ест. Она не любит просто. Она все время... Can I ask for that? I asked him to do the ginger shot. Yes. I'm ready to take it now. I'm so full and I'm so happy. It's probably time to close for you, yeah? Yeah. No, it's not very good. Ну что будет выглядеть с ней, мама, теперь что будет такая вот любовь к шансу? Любимая, как же я люблю. Какая она у меня взрослая, боже мой, 5 лет такие вещи говорит нам. Так прикольно, так интересно наблюдать, как они меняются. Я имею в виду, что они не внешности меняются, а как у них сначала там их одни вещи интересуют, потом у них одни страхи, потом за следующий год другие страхи, потом уже третий. Знаете, вот это вот все, как они, вот это так интересно наблюдать. Нет, курица, конечно, тоже мясо, но это белое мясо. Я имею в виду, что красное мясо, оно не под каким соусом не ест. Я про это. Нет, кешью сухой, сырой орех. Есть жареный кешью, есть обычный кешью. Он сухой орех, конечно. Рецепт майонеза там, я не поняла, какой это, из какого ореха он его делал, какой-то орех там. Что я делаю с ее страхами? Да, я прорабатываю, я всегда разговариваю с ней. Я всегда объясняю ей. У нее был страх, что я умру, допустим. Мама, я не хочу, чтобы ты умирала. Мама, я не хочу, чтобы ты умирала. Я сначала говорю так. Я говорю, доченька, даже если я умру, я говорю, поверь, я всегда буду, как бы, моя любовь к тебе безгранична. Моя душа всегда будет с тобой, я тебя буду любить. Thank you. Сейчас это водочка. Сначала было вино, теперь водочка пошла. Я говорю, я всегда буду с тобой, знаю это. Для меня самое главное, чтобы ты была жива, здорова, красива. Потом, значит, я ей говорю, но при этом ты не переживай, я не умру, как бы я о себе забочусь, я беспокоюсь. And check, please. Thank you. Вот, и что... Сейчас забыла такси. А, только что-нибудь вернуть? Вот, я и говорю о том, что как бы все хорошо, что с нами ничего не произойдет, мама, папа тебя любит. Вот, и все. И потихонечку так вот я говорю. Я нам так недавно, мама, я так не хочу, чтобы ты умирала. Я говорю, доченька, я не собираюсь умирать. Я говорю, мы с тобой будем жить вместе, с тобой состаримся. Я говорю, тебе будет 70 лет, а мне будет 100. Я говорю, будем с тобой старенькие такие ходить.
Она, да, я говорю, да, конечно, я тебя так люблю. Вот, она спрашивает, потом мне мама такая пишет, я говорю, мама, я тебя очень люблю, сообщение отправляю. Я говорю, мы с мамой, говорю, с моей вообще, у нас такая любовь была всегда, мы с мамой обнимались, целовались, у нас всегда, вот так вот с мамой прям, я ее так всегда обнимала. Я так любила всегда обнимать маму, целовать в детстве, я помню, даже сейчас помню, она помнит, я помню, у меня 3 года было. Я ее целую, 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 потом как укушу, это такая моя любовь была, это как сказать, вот. Если не укушу маму, то значит, как сказать, это не могу передать, как сильно любила ее. И рассказываю, она такая, мама, а ты кого больше? И даже не договорила. Я говорю, доченька, сладкая моя, каждая мама любит своего ребенка всегда больше, чем мама. Всегда. Это нормально, это естественный процесс. Я говорю, ты когда вырастешь, то будешь тоже своих детей любить гораздо больше, чем меня. Мама, это неправда, я тебя буду всегда любить, всегда-всегда, я тебя буду любить всегда вот так. Я говорю, доченька, я тоже так в детстве говорила, я говорю, это нормально, я говорю, и ты вырастешь, я говорю, у тебя будут свои детки, ты их будешь любить очень сильно. Это материнская любовь называется. Ну, такие у нас не разговорчики. Так что, да. Это, конечно, нереально. У нас не сильная любовь, сильная связь. Как я с глаза счастья, я в него не верю. Друзья, я посылаю все то, что мне посылают плохое, я посылаю все, и хорошее, и плохое, в двойном размере всегда. Все, что вы мне отправляете, вы все получаете от меня в двойном размере, имейте в виду. Посылайте любовь, получайте любовь в двойном размере. Посылайте что-то такое, другое, оно просто отражается. И само по себе настигает вас уже только с двойной скоростью. И не только меня, вообще в любой мире так происходит, у любого. Поэтому я, как это сказать, я говорила про то, что нужно надевать костюм космонавта, да? Когда вы утром просыпаетесь, вы мысленно должны облачить себя в розовую энергию изнутри, а сверху зеркальное отражение. Это всегда будет отражать все, что к вам будет приходить. Розовая энергия, розовый цвет – это розовая энергия, это энергия любви. Поэтому вы будете отражать все, что к вам идет, и будете отражать. Thank you so much. Do you have a taxi number that you call me? No, I have the machine. I give you a little recipe with the name and the waiting time. All right. Okay. All perfect. So I need it now. And the shot. Сейчас меня пробьет. Джинджером. Итак, за вашу... Я вас очень люблю, знаете. Очень люблю. Безумно. Я за вас молюсь, я вас люблю. Вы у меня очень теплые, у меня вообще особенные подписчики. Я знаю, что за мной очень многие наблюдают, подглядывают. Хотя меня не фоловят, но часто за мной наблюдают, подглядывают. Я знаю, разные люди всякие. Мне мало кто ставит лайки, но я знаю точно, что за мной наблюдают такое количество людей, которые даже не могут признать себе, что они наблюдают за мной, что я им вроде как и нравлюсь, и не нравлюсь, потому что я вообще такой для них человек какой-то вот такой. Я не знаю, как это сказать. Вот, поэтому я это все знаю, но никого не осуждаю. Я действительно очень люблю вас всех. И этот имбирный шот, это чистый имбирь, потому что у меня чуть-чуть горло начинает болеть. И вот этот чистый имбирь для иммунитета, очень хороший бустер, я пью за вас, за всех за вас. Я вас очень люблю, безумно вас люблю, это правда. Для меня вы – это как частичка моей души, моя энергия, которая как единомышленники мои. Thank you. Thanks a lot. Завидуют? Пусть завидуют. Как говорит, кто же мне выписала себе такую фразу интересную? Я не помню, потом скажу, кто автор. Бойтесь не врагов своих, они могут только убить. Бойтесь не друзей своих, они могут предать. Бойтесь равнодушных людей, потому что они могут убить и предать. Очень глубокие слова, поэтому тот, кто завидует, он уже неравнодушен.
На них я тоже пью. Все, целую вас. Сейчас я не знаю, мне, наверное, слезы падет. Кстати, в Америке очень популярны вот эти шоты из имбиря. А, что у нас нету. Кстати, не такой уж он был острый. Как-то пошел как лимон. Ой, как мне классно. Ребят, как мне хорошо, нереально. Да, я вас очень люблю, так что все, спать, ложитесь, давайте. Я пойду еще на своей главной странице потусу, пока я не усну, еще там выйду, пока. А по поводу, так, что? Виктор отвечал на вопрос про зависть. А, то в камеру смотри, как будто лишний раздор. А. Чаще буду ходить, когда буду свободна, обязательно, конечно. Давайте, высоты. Kiss you. Жду вас на семинаре у себя в Москве. Насчет Питера напишу, когда будет дата по Питеру. У меня немножко там изменились планы. Мне нужно быть просто... Мне нужно быть в Москве 2 числа. Я хотела Питер сделать. Но мы сделаем через неделю, наверное, в Питер, ладно? Так что, если кто из Питера, не приезжайте в Москву. Я к вам приеду. Целую. Люблю. Kiss.